товарищ Казаков. Все в порядке. Через 5 минут будем на месте. Ну и отлично. Неделю учим партизан новым фокусом, а потом обратно в тыл под крылышко дядюшки Хо. Все верно, тревога! Вертолеты! Ну, бойцы, попали мы в передрягу. Наши машины уничтожены. Вокруг полно вражеской пехоты и вертолетов, а Ханой вряд ли пришлет за нами спасателей. Так что придется нам выбираться отсюда своими силами. Янки наверняка выслали солдат, чтобы добить выживших после вертолетной атаки. Нам нужно отбить их нападение, а потом пополнить снаряжение и боезапас. Небольшой склад должен быть вот здесь. На этой позиции мы должны были развернуть зенитки. Так что выбьем оттуда американцев и заберем все нужное снаряжение. После этого мы проникнем на базу и найдем любой автомобиль, на котором сможем вернуться к границе. Перед тем, как покинуть базу, нам придется решить проблему с вертолетами. Даже если удастся сделать все тихо, они не дадут нам спокойно уехать. Янки просто поднимут вертушки и ударят по машине с воздуха. Поэтому сначала нужно обезвредить вертолеты, а потом будем действовать по обстоятельствам. Крепко они нам врезали. Эх, не успели мы зенитки развернуть, а то показали бы гадам. Точно. Похоже, что вьетнамскую базу они под орех разделали. Думаю, сейчас снова за нас примутся. Надо в джунгли уходить. Там нас не засекут с вертолетов. Ну а с пехотой мы справимся. Это была первая попытка использовать советских инструкторов для обучения партизан Вьетконга прямо на территории Южного Вьетнама. Она же стала и последней. Американцы получили информацию о положении учебного лагеря и нанесли неожиданный, быстрый и очень эффективный удар. Они перебросили пехоту на вертолетах прямо к базе Вьетконга и полностью ее уничтожили.